Все. Подожди-ка, я тут лежал, спал. Ну что тут? Где? Я не пойму, что это. Клещать что-то надо. Я из... Алло. Ну кто там? Так вы возьмите. Это Вячеслав. Подожди. Я звоню из Чили, из Сантьяго. Алло. Так, откуда? Из Чили, Сантьяго. Чили, Сантьяго. Да. Так, подожди, дорогой, да. Сейчас я выключу. А у вас глазок-то есть? Ну, есть, конечно. А что делать? Вот. Да, вот сейчас, секунду. Вот я вас вижу. Игнатий Тихонович, я вас вижу. Ну вот, сейчас. А вы меня видите, нет? Нет, пока. Вот, открылось. А как вы нашли, да, нас? Игнатий Тихонович, так я ж давно слежу за вашими, как бы, за вашим сайтом, смотрю, читаю, да, как бы интересуюсь. Это очень сильная информация изложена. Единственное, что сердце болит, что вы как бы бьетесь, как Дон Кихот с ветряными мельницами. То есть, вот я посмотрел последнее интервью по поводу диакона Кураева. Великолепно все, но ведь это правая рука левой руки, то есть это правая и левая рука. Одни создали эту ситуацию в церкви, а другие от этого же, из этой же структуры чекистской, с этой ситуацией борются, а страдает православие. То есть, чтобы дискредитировать церковь, для этого было насаждено такое количество агентуры, именно агентуры распределенной, то есть агентуры, ну, практически это вот педерастическое лобби, это и есть чекистское присутствие внутри церкви. И другая часть чекистского лобби, это вот эти вот диаконы Кураевы, которые вот устроили вот этот цирк, когда одни борются с проблемой, которую они же сами и создали, понимаете? То есть с проблемой борются те, кто ее создал. Структура одна, только у этой структуры правая и левая рука. А страдает тело, то есть страдает церковь, страдает тело Христово. И поэтому здесь ситуация, вот я смотрел просто, у меня уже сердце кровью обливается, я начал искать, смотреть, как же, думаю, с вами поговорить, чтобы вот так вот в открытом эфире, ну, напрямую высказать без скайпа. Я вам отправил на e-mail свое краткое такое вот описание истории своей жизни, не знаю, вы прочитали, нет. Там фотографии я привел, маленькие события, которые вот чудесные были в моей сумке, в моей жизни изложил. И, соответственно, я не знаю, если вы прочитали, то было бы очень мне как бы важно услышать ваше мнение. Хорошо. Там Николаенков, gmail.com, мой e-mail. Николаенков, gmail.com. Я вам отправлял, значит, на ваш e-mail. Вот, а когда вы отправляли? А я отправлял 3 дня назад отправлял. И специально на ваш почтовый адрес. Ну еще раз пошлите, может быть, у меня прошло мимо, что-то я не вижу. И вы знаете, там информация изложена именно та, как сейчас технологии, какие технологии сейчас существуют управления народом, именно православными людьми, понимаете? И плюс вы держите почтовый ящик на Лубянке. То есть mail.ru – это адрес, который полностью просматривается ФСБ. И они, какую почту им не выгодно, они ее всю удаляют. То есть у вас ящик взломан, грубо говоря, и в нем другой хозяин. Хозяин – это спецслужбы в вашем почтовом ящике. Поэтому, естественно, вы многие письма просто не получаете. Поэтому лучше всего иметь почтовый ящик на нейтральной где-нибудь стране, где-нибудь в Австрии, где-нибудь в Германии, где угодно. То есть зарегистрировать почтовый ящик в любой другой стране, только не в России. А у вас почтовый ящик в России, поэтому, соответственно, спецслужбы России полностью просматривают почту и все неудобные, неугодные им письма удаляют, понимаете? Вот и все. А те письма, которые им выгодны, они наоборот их муссируют, понимаете? И получается, что вас спровоцировали на разговор по поводу вот проблемы с Кураевым. Но ведь Кураев сам по себе себя дискредитировал полностью. И ту проблему, которой он сейчас занимается, это проблема, чтобы себя реабилитировать. Потому что чекисты – это люди, которые планируют события на много лет вперед. Понимаете? И они уже сейчас запланировали будущее снятие патриарха. Они запланировали сейчас
уход Путина, причем не просто уход, а на него всех собак повесит, понимаете? Его судить будут. Они же сами судить будут. Те, вот тот Синедрион, который его держит, как, грубо говоря, как флаг, мотает тряпку эту над баней, понимаете? Они его потом судить будут сами же, понимаете? А то плюс к этому еще Горбачева присоединят, еще многих кого и так далее. То есть они-то сейчас готовят ренессанс СССР, они сейчас готовят вот именно то, что, чтобы опять продолжить все делать против русского народа, за счет русского народа и помимо русского народа. То есть они хотят опять возродить, только уже не на размерах СССР, а в размерах РСФСР, возродить СССР. То есть эту оккультную аббревиатуру они готовятся опять возродить. То есть голем оживят, хотят оживить. Там же колдуны, там же сплошные колдуны. Ситуация в церкви, она именно о том и говорит, что страной управляют колдуны. Не просто люди какие-то враги или там какие-то атеисты или еще кто-то, а люди мистические, понимаете, мистически настроены против русского народа. Это Жириновский, это вот, посмотрите на Жириновского, и вот таких вот 100 человек управляет Россией. А Путин это фасад, это вот тот, грубо говоря, та витрина, которую они просто выставили, как мальчика для битья, на которого как громоотвод, на который, чтобы все стрелы на него летели. А реальный-то хозяин, он в тени стоит, понимаете? Реальный-то хозяин, это коллективный Жириновский. Вот кто реальный хозяин России. А поэтому и в церкви такая ситуация, поэтому вот эти Кураевы, поэтому тысячи людей распленные, лучшие русские люди распленные. Практически Россию сделали фабрикой по переработке русского народа в навоз. Фабрика по переработке русского народа в навоз. Вот что такое сделали они с Россией. И поэтому он вот талантливый, великолепно, у него и Господь и мозг ему дал, и все. Но он его применяет неправильно. Вот что такое Кураев. Это Кураев. Это Райкин, церковный Райкин в чистом виде. Соответственно, как Райкин, он себя и вел все время. А сейчас они планируют другие события, поэтому, соответственно, они сейчас все перестраивают. Они от них это уже окончательно в расход. А этого, значит, они планируют дальше продолжить, чтобы он дальше продолжал церковную деятельность. Потому что они-то запланировали и снятие, и Гундяя снять, и того, и сего, и все это разгрести, навоз этот разгрести, типа начать все заново. Но начнут-то они заново все СССР-овское. То есть они начнут вот то самое, с чем, от чего русский народ столько крови пролил, столько миллионы смертей жизни, тысячи людей не родились, миллионы, десятки, сотни миллионов детей не родились. То есть вот те дети, которые должны были родиться, сейчас вырасти, должны были противостоять вот этой будущей войне, которая вот сейчас у нас на носу висит, этим детям они не дали родиться. Этим детям они не дали, грубо говоря, не зачаться, не дали именно за счет экономического геноцида, за счет идеологического геноцида, за счет того, что вот эти все события 90-х годов, значит, 2000-е, нулевые и так далее, вот это все, что происходило, они не дали родиться целые прослойки общества, чтобы разорвать пять поколений, чтобы вот эта населиберовская масса молодых, неопытных сосунков, этих желторов, не понимая, в чем дело, приняли на ура эти все буденовки, эти все красные флаги, этот весь СССР в полном объеме, как они его сохранили. Тут появится вот этот Синедрион, понимаете? То есть они-то мистики, они-то сатанисты. Это ж коллективный дьявол, это коллективный сатана, это коллективный Чикатило, коллективный серийный убийц. Поэтому, соответственно, у них и все дела такие, понимаете? Поэтому и технологии, которые они к народу применяют, и химические, и биологические, когда специально народ заражают такими болезнями, которые делают его тупым, когда целые институты работают на то, чтобы управлять народом, как это все делать и так далее, и там работает в основном, ведь нервс, работают в основном полукровки, армяне, евреи, значит, вот эта вся, вот этот Жириновский коллективный работает во всем. Поэтому они люто ненавидят, для них русские, это как синоним смерти. Поэтому либо они, либо русские. Они выбрали, грубо говоря, себя, естественно. Поэтому нас приговорили к смерти. Мы народ, который должен умереть. Поколение, которое вот 90-е, нулевые, 2000-е, это то поколение, вот, которое они приговорили к смерти. Чтобы следующее поколение уже абсолютно было, грубо говоря, оболваненное, такое вот роботизированное и так далее, которое абсолютно в голове ничего не имеет. И плюс применение специальных технологий, которых я и описал в том письме, которое я вам послал. Давайте я вам еще сейчас, прямо сейчас это отправлю письмо, вот вложенный файл, где я кратко излагаю вот то,
как они сейчас управляют страной. Почему мне и пришлось убежать? Ведь я практически убежал из страны, потому что фактически они, ну, то есть если бы я еще месяц, два, три просидел бы в России, они бы меня просто убили бы и все, понимаете? Поэтому мне пришлось срочно эмигрировать в Чили. Потому что безвизовый режим, вся Латинская Америка, безвизовый режим 90 дней. И вот я уже 6 месяцев практически скитаюсь по Латинской Америке, то есть 3 месяца Аргентина, безвизовый режим, вот теперь я полтора месяца уже в Чили живу, безвизовый режим, там и так далее, и так далее. Именно за счет того, что вот говорил правду матку, встречался с людьми, с православными, с верующими и со старцами, именно с людьми, с ключевыми, не просто так людям рассказывать. Просто так людям рассказывать, это значит, меня они давно бы убили. А рассказывал людям, которые ключевые, людям, которые сами могут потом другим рассказать. И получалось все тихо, аккуратно, прикрыто, поэтому я и смог 15 лет этим заниматься. А если бы я, грубо говоря, вот так действовал линейно, как они все действуют, вот люди, которые пытаются бороться с этой системой, уже давно в живых бы нет. Просто они умеют это великолепно, они этому обучены и так далее. Все было бы чисто, аккуратно, либо под бытовуху, либо под естественные какие-то причины. Но они умеют замаскировать. Все преступления у них замаскированы так, что никак не определишься. Поэтому давайте я вам сейчас отправлю. Игнатий Тихонович, великолепно, что вы этим занимаетесь. Низкий вам поклон. Не знаю, все радуются, что есть такой человек в России. Единственное, что я вас прошу, будьте осторожны и не останавливайтесь, продолжайте нести Слово Божие. Это, вы знаете, то, что вы делаете, это не цены нет. Ну просто это бесценно, понимаете? Потому что 99% это теплохладная блевотина, которую я изблюю, понимаете? Вот оно изблеванное, теплохладное блевотина. А люди горячие, люди искренние, их всех практически поубивают. Ваша мудрость, которую Господь вам посылает для того, чтобы уметь лавировать, чтобы уметь не попасть под молот, между молотом и наковальней не попасть. Это та тайна, которую... Ну, я не должен это вам все говорить, но я обязан это сказать, чтобы вас каким-то образом поддержать. Понимаете? Хотя вы не должны это принимать в сердце, чтобы вас, грубо говоря, вот гордыня вас не раздула. Потому что очень такие люди талантливые, они очень легко... Ходят по лезвию бритвы, по лезвию ножа. Им очень легко вас гордиться, очень легко впасть в гордыню, в прелесть. Погибнуть вообще очень легко. Потому что талантливым людям есть чем гордиться, грубо говоря. А между естественными вот, проявлениями души и гордыни там очень тонкая грань, поэтому очень легко падать. Но с другой стороны, надо понимать, что ваша миссия, она очень важна, и интернет, конечно, помог вам прийти к тысячам, миллионам людей. Единственное, нельзя успокаиваться, вот весна наступит, вам надо продолжать ездить по России, встречаться с народом и с ключевыми людьми встречаться. То есть с людьми, со старцами, с прозорливцами, которых очень много в Пскове, в центральной России, в северной части России. Очень много людей искренних, верующих, которые тайно сидят и молятся, они очень открыто, что чуть-чуть они высунутся, и с ними будет то, что было со старцем Николаем Гурьяновым. Когда его истязали, когда ему то же самое, тот же метод применили правой и левой руки, кнута и пряника. Когда одна его прямую убивала, послушайте, человек, который полжизни провел на зоне, охранял заключенных женщин. А вторая Граян, армянка, русская, но у нее муж армян, и она чисто из спецслужб. То есть офицер. Офицер ФСБ. КГБ еще. Это была типа как пряник. И они его между кнутом и пряником применяли к технологии электромагнитной, или применяли магнитно-резонансное воздействие, когда они его буквально испекли, как в микроволновой печке выпекли. Человека, старца, прозорливца, который миллионам людей помог. Тысячи людей исцелены. В будущем многим открыто было. А не для того, чтобы каким-то образом, а для того, чтобы понимать, что правда победит в России. Чтобы у людей уныние не произошло. То есть он людям давал возможность вот этого маленького белого окна впереди, как в тоннеле белый свет, на который человек идет, знает, что впереди все-таки, что ночь пройдет, день наступит. Вот что он людям говорит, что ночь, она не всегда, что пройдет ночь, пройдет зима, наступит весна, что не всегда будут крысы чекистские, жидочекистская эта банда править Россией, и что не всегда кровь будет русского народа литься, реки крови продолжают литься. Если раньше просто это делалось открыто, сейчас это делается чрезвычайно лукаво, закрыто тайно, все замаскировано и так далее.
Поэтому вот сейчас я вам тогда отправлю. Я очень прошу, прям прочитайте, потому что там вас касается практически очень много. Многие технологии применялись и к вам, и сейчас продолжают применяться. Вот те, которые... Плюс, конечно, вы окружены людьми специально. Это однозначно. Они по-другому не работают. У них инструкции такие. Они знают, как все вот так спланировать, чтобы человек был как связан, понимаете? Соответственно, непрерывные дискредитации, чтобы человек всех боялся и так далее, и так далее. То есть и осторожность нужна, но это все грань должна быть определенная, потому что они знают, как спровоцировать человека на то дело. Они страны целые управляют таким образом. Они Америкой так управляют, они Германией так управляют. А отдельными людьми, для них это вообще проблем нет управлять. Как человека создать такие условия, чтобы он совершал поступки, им необходимо выгодно. Так если у них целые страны совершают те поступки, которые им выгодны, так что говорить за отдельных людей? Так они-то, так это целый там, ну, а тут отдельный человек, ему не посоветоваться месту, грубо говоря, никуда ничего. Поэтому надо понимать, что это колдуны, надо понимать, что это сатанисты, надо понимать, что это люди, которыми Господь наказал русский народ. Мы переживаем время антихриста до антихриста. Только мы переживаем коллективного антихриста. А весь мир потом, сейчас он наслаждается, сейчас он живет в довольстве, в достатке и так далее. Но придет время, весь мир будет переживать уже персонального антихриста. В то время, когда у нас будет православный царь. Потому что математически можно доказать будущего царя. Русского, православного, мир не устоит. Мир возможен только при разности потенциала. Если разность потенциала возможна, присутствует, то ток существует. Электрический ток существует. Если разности потенциалов нет, тока нет. То есть даже здесь, если нет разности потенциалов, нет истории. Нет продолжения мировой истории. Пока есть добро и зло, пока есть разность потенциалов, мировая история продолжается. Как только мир полностью будет по власти власть, история человечества становится, насколько год судить живет или нет. Поэтому наличие, необходимое присутствие царя на определенном этапе развития человечества, русского, православного, истинного, которое будет бояться и трепетать антихрист, оно абсолютно необходимо. Поэтому оно будет неотвратимо, так же, как вот восход солнца. И они это знают. Весь мир это знает. Поэтому, соответственно, отец Николай Гурьянов об этом и говорил, что Господь даст русскому народу вот того заступника, который наведет порядок из церкви в первую очередь. Что практически от сегодняшней церкви, от ее иерархии вообще ничего не останется. Потому что людей специально отбирают, специально селекционируют, специально оскверняют самыми грязными, самыми мерзкими грехами, чтобы они были управляемы. Чтобы их благодать Божия естественно не коснулась, чтобы они не изменились. Как тысячи были случаев, когда они людей вербовали, они, человек начинал работать, благодать его касалась, и он изменялся и становился им враг. Их не сотрудник, офицер становился им враг. Потому что неизбежно попадал под влияние Духа Святого. Поэтому они это зная, они единственный их вариант это пропускать через пидорастию. Единственный вариант, пропустить через пидорастию эти люди, пропущенные через задницу, они все тогда ими уже 100%, как говорится, надежны. Никто из них, вот из этих всех, никто не перешел на сторону Бога. Все остались на стороне чекистов. И ведь это явно, поэтому у них это обязательное явление через самые скверные, самые мерзкие грехи пропускать людей, которые, естественно, потом занимают ключевые места в церкви. И бороться с этим, ну, это тут не бороться, тут вычищать Господь будет. Огнем и мечом вычищать. Не изменять их, а именно вычищать. И это делать будет Господь премудро, чужими руками. Не русскими руками, а чужими. Потому что сколько вычистить скверным, это нас на века тогда весь мир пропишет, что мы звери, мы злодеи, мы убийцы, мы ангрозные, мы пятое, десятое. А Господь по этому премудро сотворил так, что он будет разбираться с этой проблемой чужими руками, то есть руками китайскими, руками других стран. С юга подойдет Турция, со стороны запада подойдет Европа объединенная. И вот этот вот двунадесять языков опять придет в Россию, чтобы навести порядок, чтобы нас отрезвить от нас. Лечил от франкопоклонения, лечил нас Наполеон, от поклонения немецкой механике, немецкому как говорится, ордунгу, порядку, поклонение порядку немецкому лечил нас Гитлер, а перед этим Кайзер,
А сейчас нас будет лечить уже Китай. Лечить нас будет уже весь мир. Турция придет, чтобы очистить юг России от армянского ига. И, соответственно, Европа придет нас лечить от поклонения европейскому культуре и так далее. А китайцы придут просто навести порядок в Сибири. Там творится такое, что я крестным ходом, описал это все. Крестным ходом прошел до Владивостока и до Ростова. Искал место, где просто спрятаться, сбежать. Поэтому, конечно, это все это будет разворачиваться на наших глазах, все эти события. И они скоротечные, это все геометрическая прогрессия, ускорение времени. То есть, Господь, это все будет все быстрее, потому что запас прочности уже иссяк. И они это знают, чекисты, поэтому сейчас они готовят ренессанс СССР, как некую возможность сохранить себя после вот этой вот войны, которая грядет. То есть они все-таки надеются остаться, как говорится, у власти или где-то как-то сбоку припеку, но сейчас они начнут национализм раздувать, сейчас они начнут то, все, пятое, десятое. То есть, ну, все технологии их они сейчас начнут применять, понимаете? Поэтому нужно сейчас быть очень осторожным. Для чего? Чтобы они потом вас не использовали. Ведь они ваш авторитет будут пользоваться вашим авторитетом. И вот этот вариант с Кураевым, это великолепно, вы правду матку резали, как говорится, радовало сердце, что ни одной запятой неправды не оставили. То есть расчистили буквально в чистоту, что называется, понимаете? Чарли Чаплин, понимаете? Но смысл-то не в этом, смысл в том, что они попытаются использовать, чтобы людей, которые себя дискредитировали, как Кураев, их реабилитировали. Их обелить, чтобы потом опять дублированно использовать и так далее. Ведь у них ресурс человеческий не бесконечен. Те люди, которых они много раз использовали, они их сейчас отмоют и пустят по новой, понимаете? Третий сортный брат, как говорится, грушное использование, они для них великолепно дальше пойдут, понимаете? И куда дальше пойдет, и они уже теперь его перелицуют, будет такую правду матку сейчас порочат, у людей голос от радости будет дыбом стоять, понимаете? Но это же их не человек, он-то их не дела будет делать, понимаете? Он не правде Божией служить будет, ни Богу, ни истине, а им. То есть тем же самым, которые вот это все в церкви создали, и вообще в государстве и в стране, которыми нас Бог наказал, наш народ. Вот он это и служит, понимаете? Правды-то в нем нет, истины-то в нем нет. Хотя, конечно, делает сейчас правильное дело, понимаете, пытается церковь чистить. А что там чистить? Там чистить нечего, там все удалять надо. Это как раковая опухоль, у меня там все метастазы полностью пропитаны. И Господь это сделает чужими руками, опять же повторяю. А тут как раз заставит Господь людей молиться, потому что сейчас они создадут идеальные социальные условия. Сейчас начнут людей кормить, пятое, десятое, там, зарплаты, деньги и так далее. Но перед тем, чтобы вот потом всех добрить, в том числе женщин. Женщин даже в первую очередь, надо дать автомат и отправить на мясо. Но это и тоже премудрость Божия, потому что это заставит людей молиться. Искренне молиться, сильно молиться, кричать Богу, Господи, помоги. Весь народ будет кричать, Господи. А перед этим, конечно, они там кормят людей. А потом голод сделать, чтобы всех построить, чтобы всех заставить строем ходить. То есть все эти события, они вот они практически мы в преддверии вот этой вот развершейся черной тучи, которая сейчас подошла уже к пределам России, которая грохочет этими молниями, и старцы, и духовные отцы, они это видят духовными очами, потому что молятся день и ночь, Господь многим открывает. И мне хотелось бы, чтобы вы таких людей увидели, чтобы вы с такими людьми познакомились. И я уверен, Господь вам их всех откроет, этих людей. Если они за вас будут молиться, вы за них, да плюс обмен молитвой, да плюс обмен мнениями, просто разговор, обычный живой разговор, где вы увидите силу Духа Святого, где вы увидите, что человек действительно все открыто, понимаете, не просто про вас, а или там про что-то, а про вообще все, что в мире, понимаете, и такие люди есть, но они боятся, они понимают, что у них сразу судьба будет у Николая Бурьянова. Поэтому они все под судом, они все либо в юродстве, либо в каком-то чего-то, они все замаскированы. Потому что Господь премудро умудряет, как сделать так, чтобы чекисты не пробивали. Игнатий Тихонович, ну вы меня простите, я сейчас на заправке. То есть здесь вот интернет бесплатный, я на заправке. Поэтому я сейчас вам отправлю, еще раз продублирую, отправлю письмо.
значит, вот, не письмо, а вот свое краткое описание, где я излагаю технологии, которые они используют против людей. И, соответственно, вот как бы люди вокруг, поэтому я много не могу сейчас говорить, я уже так много что сказал. И простите меня еще раз, и молитесь обо мне, если можно. И как бы вот, закругляюсь тогда, аминь, простите меня. Вы еще раз спокойно назовите имя, свою фамилию и город, откуда вы звоните. Я звоню из Сантьяго, это Чили, это Латинская Америка. Да. А зовут меня Вячеслав. И фамилия моя Николаенков. То есть Николаенко Вячеслав Михайлович. Я у вас там зарегистрирован на сайте. Вот на вашем сайте я там зарегистрирован. Не на сайте, наверное, на форуме. А, на форуме, да, на форуме. И, соответственно, как бы, вот, сердце радуется, что такой человек, как вы, есть, а с другой стороны, скорбит, что иногда вот вижу, что вас используют, понимаете? То есть используют враги русского народа, враги церкви и, соответственно, естественно, враги русского народа. Люди, которые хотят смерти русскому народу. Люди, которые хотят могильщики русского народа, убийцы. Коллективный Чикатило, то есть коллективный серийный убийца. Люди, на которых кровь миллионов жизней, понимаете? Экономическая кровь, политическая кровь и прямая физическая кровь, когда они убивают лучших из лучших, выявляют и убивают, понимаете? Если человек не управляет. Если человек управляем, либо лоялен, либо обладает определенной самоцензурой, то есть имеет себя коллективно. Такие люди все равно они окружены агентурой, все равно их пытаются дискредитировать, либо как-то замазывать, либо как-то чего-то их, чтобы они где-то были в тени, невидимы и так далее. Понимаете? Геннадий Тихонович, давайте я вам сейчас отправлю письмо. Значит, нас... Я сейчас несколько слов вам скажу. У меня направление очень простое, из двух слов состоит. Христос и Библия. Все остальное... будет только так, как назначит Господь. А это лично касается меня. Я вот уверовал 51 год назад, и этим путем свидетельства Господь ведет меня. Я свидетельствую людям о пришествии Христа, о Его любви, о том, что Христос сотворил этот мир для славы Своей, и для того, чтобы люди познали его, приняли как своего спасителя. Я из этих рамок не выхожу. Мне остальное, даже не пятое и не 505-е, а никакое. Вот говорили вы о воцарении, что о Николае Гурьянове, что можно знать, я про них прочитал. Меня это совершенно не интересует. Я вот один раз выслушал, ну, потому что вы хотели этого, так позвонили. Больше никакого слова мне про это можете не говорить. Я молюсь, я доверяюсь Господу. Для меня эпиграф – это Псалом 118, 164 стих. «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей». Вы запишите себе Псалом Давида 118, 164 стих. Вот в этом я живу. Я свидетельствую людям о Христе. Мы проходим дом за домом, село за селом, город за городом, людям дать Евангелие, чтобы они познали. А кто такой Путин, будет он тут или не будет, меня это не касается. Я молюсь за него, за весь мир. Господь так повелел, не за царя, а за царей и начальствующих. Я молюсь, и я знаю, что будет только так, как Богу угодно. И наши попытки своими руками поправить наклонившийся ковчег достойны только смерти. Вы много знаете, но из того, что вот вы сказали, если посмотреть в словах, допустим, 10 тысяч слов, Христу не посвящено ни одно слово. У меня другой путь, я вас не осуждать не хочу ничего. На эту тему я прошу больше времени, даже на меня не тратьте. У меня совершенно другой путь. 51 год назад сознательно, в 23 года после армии, я встретил Христа, я покаялся. Я обратился, и началась новая жизнь. Вы считали, если мою биографию, то видите, что Господь дал мне идти бескомпромиссно. У меня за плечами за Христа 5 тюрем.
И они ничего не сделали. Вы говорите, они вас используют. Они меня не могут использовать. Вы заблуждаетесь глубоко. Они никак меня не могут использовать. Я им свидетельствую о Боге. Обратился и стал священником человек, который даже слушать не хотел. Следователь. Второй следователь принял крещение троекратным погружением. Начальник тюрьмы со мной беседовал, умер по-христиански. У меня другой путь. Вы назвали виновные там евреи, то другое. Эта нация избрана для чего-то, но она не знает сегодня. Но в конце мира обратится, послание к римлянам. Апостол Павел говорит. Это да, это вот. Да. И у меня вот приехал еврей. Еврея привезли ко мне. Наум Израилевич, чистопородный еврей. Уже через 2 часа он стал православным. Сейчас православный священник. С евреями надо бороться. И с мусульманами надо бороться. Но как? Любовью. Я поясню. Я пояснить хочу. Он стал священником православным. Ни на какие компромиссы он не идет. Он людям объясняет, что такое протоколы сионских мудрецов, если коснется. Еврей. Разве это не чудо? Это Бог делает нет. Только. Я, у меня самого было наблюдение много дело в том, что как бы структуры, которые истязают русский народ, полностью наполнены Жириновым. Понимаете? В общем, беда-то в том, что коллективы Жириновский правит Вячеслав, понимаете? Вячеслав, пожалуйста. Он только русских это Вячеслав, да. Я попрошу больше к этим разговорам да. Не возвращайтесь. Если у вас будет желание говорить о спасении во Христе, я вам сказал, главное, Христос и Библию. Я вам тогда в Mail.ru назначу время, когда выходить на меня. Самостоятельно больше не выходите. У меня другой распорядок. У меня сейчас несколько минут для сна, и ночью мне нужно молиться. Вы меня подняли с постели. А, простите. Да, с постели, когда простите. У меня распорядок другой. Мы всегда встаем в 4:40. В 4:40. У нас молитвенный труд. Вот вы имеете это в виду. И поэтому, да нет, ничего, один раз вы не знали. Больше не звоните без моего разрешения. Но я благодарю вас, что вы вышли на меня, послушали. Вы на нашем форуме. Вячеслав, да. Написано латинскими буквами. Я вижу вас. Нет. Обычными русскими. Николай Вячеслав. Ну, тоже, может да. быть. Там у меня несколько человек. Это записан-то не один, не два, больше ты... Говорится, не два, не понятно, три. Да. Просто по-русски я записан. Да. Личные руки. Вот если у вас будут какие вопросы, вы заходите на наш сайт. Сайт, не форум, а сайт. И там я отвечаю на 4124 вопроса. А как? Я скачал всю вашу книгу, какие вы написали, я все скачал из интернета. Вот. Вот в этом вопросе, если я могу вам быть полезным, чтобы познать Бога, написано, хвалящийся хвалит, что знает меня, говорит Господь. Тут мы можем быть полезны. А вот эти, что темы вы говорили, я один раз выслушал, больше мне даже не напоминайте. У меня другой путь. Я знаю, что из воды вылез овен, дальше вылазит козел, и он его пободает. И нельзя изменить порядок этот. Где Александру Невскому, где Наполеону, где Гитлеру, где Сталину. У Бога эта режиссура, так выскажемся, разнаряжена. Я могу только молиться. Написано, молитесь за царей. И поэтому я буду узнать, сейчас будут там иметься проклятые евреи, жиды, масоны. Они там думают, используют. Им нельзя меня использовать. Это невозможно, потому что написано, тот, кто в вас, Дух Святой, то есть, он больше того, кто в мире. Они ничего не могут сделать. Я им свидетельствовал о Боге в тюрьмах. Меня мучила психиатрия 26 лет. Это не 2 года. 26 лет. И куда бы я ни поступал, меня вышвырнут. Но они ничего не могли со мной сделать. Меня использовать никому не удастся. И никогда этого не было, ни одной минуты. Потому что я живу в Боге, во Христе. А это недоступная сфера. Я буду все знать, я очень много занимался этими вопросами. О чем вы говорите? Теме сионских протоколов я посвятил 14 лет. Я лично беседовал с Василием Дмитрием Дмитриевичем. С Дмитрием Дудко, Александром Менем. То есть у меня, вы говорите, были знатные люди. Я беседовал с людьми этими. И скажу, все нуждаются во Христе. Ну это да, я с ними тоже знаком с этими людьми. Но дело в том, что как бы потом я насмотревшись на это, на все, мне я просто закрылся, понимаете? То есть я сидел дома, молился, читал. То есть я сам прошел через. Так у вас вопросы ко мне есть? Вопросы. Все, спаси Господи. Вопросы, если есть какой-то, задайте вопрос.
Если вопросов нет, я вас благодарю, и мы на этом расстаемся. Да, больше попрошу не звонить, пока не договоримся по Mail.ru. Потому что для меня этот разговор совершенно как бы и не бывший. Я ничего из этого не принимаю. Я христианин православный. Я среди сектантов работаю. Из них сколько пришло, стали православными батюшками. Их никто не использует. А что русский народ, геноцид, каждый год по миллиону, сами виноваты. Нас никто не уничтожает, мы сами себя уничтожаем. И еще, если мы хотим быть благословенные, вот вы, первый вопрос надо понять. Благословение никогда не проклиная евреев. Проклинающий, я сейчас говорю, благословляющий будет благословлен. Это я вам говорю, это Аврааму сказано. И второе благословение им заканчивается, последнее. Платите десятину Божию. Платите. Написано, проклятием вы прокляты, что вы обкрадываете меня, не платите десятину. Это Малахия, 2-3 глава. Если мы это знаем, все остальные благословения во Христе Иисусе, благодать на благодать. Ибо Он, Иисус и Иегова, Бог, отдал за нас Иисуса Христа, Сына Своего, который пролил за нас пречистую кровь на кресте. И я принял Его как Спаситель, и я в Нем живу. И то, что политически вот эти нюансы, Путин уйдет куда-то, меня абсолютно это не касается. Совершенно. Я слышу, знаю это. Я очень много занимался политикой. Со мной беседовали вплоть до министра и эти разные секретари, горкомов, крайкомов, КГБ. Меня нельзя никуда сдвинуть. У меня очень прочный стержень – это Христос. Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение. Я пришел в сознательном возрасте. Мне было что оставить. Мне Бог очень многое дал. И я посчитал это за ничто. Что для меня было преимуществом, ради Христа посчел счетою. Да и все посчитаю за сор. Ради познания моего Господа Иисуса Христа. Вот в этом направлении я работаю и могу, если быть полезен для вас, я не отрекаюсь. Все остальные разговоры мимо меня, больше даже не напоминайте. Меня это не касается. Может, кому-то они и нужны разговоры, но не мне. Мне 74 года уже. Я думаю о том, как я встречу моего Господа, что я ему покажу, что у меня сегодня было, какой мой труд перед Богом. Я должен прийти с верой, с делами. Если этого нет... Ничто не поможет. Вера без дел мертва. И поэтому каждое слово Иисус взвешивает. У меня каждое слово должно быть о моем Господе. О моем любимом Христе. Я для Него живу. Я знаю красоту православия. И знаю, что оно сегодня почти мертвое. Я что могу, то и делаю. Брат у меня протоиерей. 35 лет стажу. Вот вы знаете, что мы там православную деревню строим. Я начальник, организатор детского лагеря. 41 год, без помощи государства. Тысячи детей подняты. Игнатий Тихонович, если у меня Господь подудет, то я, может быть, чем-то вам и помогу, может быть, даже финансово. Кто знает. Господь, ну, вот если делаете, желаете, я... желаете, я вам вышлю свои реквизиты. Да вы их на форуме найдете. На когда форуме, спрашивают про книги, я им, людям говорю. Так что мы от помощи не отказываемся. Мы сейчас открываем визу на Шенгенскую зону нынче. И на Англию. Мы нынче думаем пройти через Украину, Грецию до Португалии. Пройти всю Скандинавию, всю Англию и Прибалтику. А в прошлом году мы прошли 6 мусульманских республик, 15 государств. И за 2 года мы прошли за 2 года 360 городов и сел. И везде мы дарим Евангелие, везде я выступаю. Наша задача – Христос. Для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Спасибо, Господи. Вот я хотел бы также тоже говорить, как вы сказали, но чаще. Просто я то же самое говорю, но реже. Вы говорите очень часто, что жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Игнатий Тихонович, ну не буду у вас отрывать время. Помоги вам, Господи, в молитвах ваших, трудах подвижнических. То, что вы задумали пройти через Украину, это великое дело. И Европа тоже вас ждет, я уверен. Но вы знаете, мне кажется, центральная Россия, Псковщина, вот Сибирь, значит, Приморье, вот там, конечно, тоже... Мы оттуда пришли, мы дошли до находки Владивостока. Все города прошли. По районам центральные все районы, которые есть, допустим, в Алтае 63 района, в каждом районе мы были. В каждой библиотеке я дарю мои книги. Вот за 2 года только мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. А у меня самая минимальная пенсия 5500 рублей.
Да разделите на 50, что получится, сколько евро я получаю. Бог научил меня жить в скудости и в изобилии. Это Бог мне дал. И поэтому, если у вас будут вопросы о Христе, о спасении, тогда мы договоримся, когда я разрешу вам выйти на меня. Это примерно как вот вы вышли на 2 часа раньше. На 2 часа раньше. Только по разрешению. Вы пока смотрите, если вам понравятся наши видеоролики. Мы это все снимаем, это все выставлено будет. Пусть, чтобы вас не смущало. Я на YouTube. Ну вот, вот вы видите, подойди, Володя. Вот, вот Володя снимает. Вы видели, что он все время здесь стоит. Снимает. Добрый вечер. Ну все, прощаемся. Да, с Богом. Я желаю вам блага и спасения духовного во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Храни вас, Господь. До свидания. Выключайте. Видишь, какой Сантьяго. Чили. Много что там было. Я знаю, что было. Сарвальдор Агенда. Что туда делали эти. Но меня это не касается. У меня совершенно другой путь. Да благословит его Господь. Я время много, конечно, прослушал, но я не хотел его прерывать, потому что первая беседа, и она последняя. Дальше я скажу, я уже предупреждал. Ко мне не надо. Тем более, если люди начинают показывать на евреев, он у меня уже вызывает настороженность. Я вижу, что он Библию не знает, такой человек, и я должен подсказать. Я ему сказал, не в евреях дело, не в Китае, дело в нас. Вот в чем дело-то. Да благословит его Господь. Храни Господь. Так, что тут на меня вышли. До свидания. Давай я все скачаю.